снизить в 3 раза сброс неочищенных сточных вод в Волгу. Для этого реконструируют очистные сооружения на территории Ульяновской области. На проезде Нефтяников завершается реконструкция комплекса биологической очистки. Работы на этом объекте ведутся уже с прошлого года. Мы можем сказать о том, что контракт заключен администрацией города Ульяновска, СОО, ПСК, «Твой дом». Работы ведутся по плану. Все 5 объектов, которые реализуются в рамках данного федерального проекта, мы планируем завершить уже в следующем 2024 году. На реконструкцию выделено почти 1,5 миллиарда рублей. Строительно-монтажные работы выполнены на 90%. Было демонтировано старое оборудование и закуплено новое. Смонтированы трубопроводы возврата ила. Использовали только те материалы, которые не подвергаются коррозии. Выполнен полностью объем физически где-то на 90%. Сейчас просто ушли в зимний период, смонтированы у нас и аэраторы, мы просто сняли их, они лежат на складе и так далее. Все ждет потепления, чтобы все это смонтировать. Сейчас ведутся в основном работы, это по монтажу тонкослойных модулей на вторичных отстойниках, прокладывается электрика, это силовые кабели, прокладываются кабели для средств автоматизации, и мы ждем, точнее подрядчик ждет это, поставки у нас приборов автоматизации. Теперь качество воды после очистки будет улучшено в 2 раза. Все показатели будут отправляться в Росприроднадзор. В мае получат последнее оборудование для автоматизации работ и начнут проводить тестирование очистных сооружений. Планируется ввести в эксплуатацию обновленный комплекс биологической очистки канализации летом 2023 года. Следующим этапом реновации станет строительство станции УФ-обеззараживания на правом берегу. Напомним, в 2020 году завершилось обновление очистных в Новоульяновске и строительство станции ультрафиолетового обеззараживания в Левобережье. Все работы ведутся по нацпроекту «Экология». Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда ТВ.